Некоторые люди не просто талантливы, а находятся на совершенно ином уровне. И кажется, что они обладают сверхспособностями. Оказывается, супергероев можно увидеть не только в фильмах вселенной Марвел, но и в реальной жизни. Герои этого ролика способны удивить не меньше, а возможно даже больше, чем Халк или Аквамен. Если вы досмотрите это видео до конца, то удивитесь, как много невероятных людей живет среди нас. Новый лайфхак по ухаживанию. Сердечки и надписи на асфальте уже устарели. Вот вам новый способ, как покорить сердце любимого человека. Мне одному кажется, что нужно познакомить этого деда и ту драйвовую бабулю. Вот это получилась бы парочка. А теперь немного магии. Кто-то скажет, что все дело в обуви, но даже если и так, крутить такое солнышко – это тот еще вызов. А с этой дамой я был бы аккуратнее. Учитывая ее таланты, лучше с ней не спорить. А еще лучше просто смотреть в нашей подборке. Сложно поверить, что это не игрушечная машинка на радиоуправлении, например, а реальный огромный вездеход, которому не страшны никакие виражи. Как по-женски ожидаешь колесо, а тут практически шпагат. Возможно, сначала парню не сказали, что на коне нужно садиться верхом. Хорошо, хоть потом все стало на круги своя. Как говорится, если ваша тусовка не похожа на эту, то даже не зовите меня. Вот она, звезда всех вечеринок. Эта девушка сделала скакалку из собственных волос и прыгнула через нее 60 раз за полминуты. Лестницу из дюжины ступенек этот парень преодолел всего за 2 прыжка. Просто невероятно, на что способны современные внедорожники. Ни за что бы не поверил, что этот автомобиль выберется на гору из песка, если бы не увидел это собственными глазами. Я видел много велосипедных трюков, но этот парень вывел езду на двухколесном транспорте на новый уровень. Парень мастерски запускает в небо тарелку фрисби, и она возвращается к нему словно бумеранг. Тот, кто крут на работе, тот крут и на отдыхе. Так отдыхают настоящие боссы. Возможно, в детстве вы играли в чехарду и знаете, что игрокам приходится пригибаться, чтобы через них перепрыгнули. Но этой девушке не пришлось. Сам Жан-Клод Ван Дам позавидовал бы такому шпагату. Этот парень лихо прибивает ножом к стене жестяную банку. Вот это точность. Слон лихо подбросил парня вверх своим хоботом, и тот оказался у него на спине. Ну и кто из них босс? Надеюсь, этот причудливый танец поможет этому парню попасть в NBA. По крайней мере, он помог мячу попасть в корзину.
Эта девушка катается на скейте на каблуках-шпильках. И не просто катается, а демонстрирует трюки. Просто невероятно. Не знаю, как вы встаете на ноги из положения лежа, но подъем этой девушки выглядит вот так. Говорят, чтобы похудеть, нужно пить много воды. Но если пить воду так, как эта девушка, даже одного глотка в день будет достаточно для того, чтобы иметь идеальные формы. Таким фруктом и прибить можно. Но этот парень умеет собирать урожай. А теперь немного магии. По-другому я просто не могу объяснить, как сделать такой фокус. Очень скоростной умелец. Расскажите ему кто-нибудь про наперстки. А то талант пропадает, был бы уже миллионером. Yeah, there we go. Друг познается в беде. А если он не побоялся оглушить крокодила, то это уже почти брат. Хотя, может, просто отстающий должен денег парню? Видимо, много денег. Приготовьтесь, сейчас вы увидите невероятный шедевр. Вроде бы просто кости, но какое произведение искусства ждет нас в конце? Вот уж действительно талантливые люди талантливы во всем. Мастерства пилоту вертолета не занимать. Но как теперь уговорить парней сесть к нему, вдруг он опять надумает лихачить? Сейчас парень проведет нам мастер-класс и покажет, что можно сделать с использованными бутылками. В общем, не торопитесь выбрасывать. Что тут скажешь, красота – страшная сила. Я пока не определился, это все-таки страшно или красиво. Когда нужно поторопиться, то на помощь всегда приходит смекалка. В принципе, если вас уже не вставляют обычные тренировки, то попробуйте делать все то же самое, но на велосипеде. Итак, представляем вашему вниманию настоящего фаната и преданного гик-поклонника. Столько стараний, но результат ведь того стоил. Минздрав, конечно, предупреждает, но только посмотрите, что творит этот парень. То ли ругать, то ли аплодировать, непонятно. Но красиво, эффектно и неожиданно. А так можно было? Немного приготовления, и вы просто обалдеете. Девушка креативит не по-детски. Я в шоке от таких умений. Пусть у нее всегда получается с первого дубля. Вот это пощекотали нервы. А это, оказывается, художник вышел в люди. Творить на холсте уже не так интересно. Уж очень хотелось парню заново изобрести велосипед. Немного креатива и новый вид транспорта готов. Когда отпуск тебе дадут только зимой, то и не такое еще начнешь вытворять на улицах города и в летнюю жару. Еще один изобретатель. Его уже не впечатляют баскетбол и бейсбол по отдельности. Пришлось оттачивать мастерство в новом спорте. Маскировка просто на уровне. Как теперь спокойно к скалам на побережье подходить? Невероятное везение. За несколько секунд водителя дважды пронесло от аварии и реального ремонта.
Я знаю, как можно было бы сделать это видео еще эффектнее. Нужно было сделать тот же трюк, только с 13-м айфоном. Услуги по уходу за вашим газоном быстро, дорого и качественно. До чего только не додумываются люди, чтобы уменьшить себе работу. Меткий охотник сбивает птицу на лету, а рыбак – рыбу. Пожалуй, этот парень заслужил звание самого меткого рыбака в мире. Но до меткости этого парня ему, конечно, далеко. Смотрите, камушком, выпущенным из рогатки, он разбивает каплю воды. Просто невероятно. Казалось, после такого нас уже ничем не удивить. Но только взгляните на это. Карта на лету разрезала оливку пополам. Кажется, что руки этого парня сделаны из стали. И не только руки. Смотрите, что он делает своими ногами. Если в темном переулке на него нападут хулиганы, им крупно не повезет. Я сам не понимаю, как такое возможно. Но этот парень, спустившись с горки, не ушел под воду, а проехался по водной глади на пятой точке. Это просто невероятно. Серфингист поскользнулся, когда ловил волну, но все же умудрился даже сидя преодолеть ее. Даже не знаю, что это – мастерство или везение. Пока кто-то годами не может решиться прыгнуть с парашютом, водитель этого спорткара отправляет в полет свой автомобиль. Из-за машины раскрывается парашют, иначе неизвестно, куда бы занесло эту машину. Во время соревнований по аквабайку чемпион мира Ли Стоун сумел выполнить невероятный трюк – двойной бэкфлип. Вес гидроцикла почти 140 кг, так что даже одинарный бэкфлип удается выполнить только лучшим. Глядя на эти кадры, я задумался о том, как же скучно живу. Эти ребята играют в волейбол у подножья вулкана с бурлящей лавой. А мне лень пройтись к местному стадиону, чтобы поиграть с друзьями. Ставьте лайк, если понимаете меня. Думаете, что заниматься серфингом можно только у побережья океана? Эти люди убедят вас в обратном. Эта плотина находится в Австралии, и местные серфингисты уже давно облюбовали это место. Наверное, все мальчишки хотя бы раз в жизни бросали камушки в воду таким образом, чтобы они прыгали словно лягушка. Но шотландец Дуги Айзекс установил рекорд в этом нехитром деле. Его камушек подпрыгнул 88 раз и прошел расстояние в 120 метров. Что? Автомобиль на воде? Как такое возможно? На самом деле это не машина, а лодка. Когда Lamborghini оказывается среди песка, можно увидеть потрясающее зрелище – песочный фонтан. Это танцующее авто явно выделяется среди других. Похоже, кому-то внутри очень весело. Такие авто-лодки выпускает американская компания. Это машина-амфибия. На дороге она разгоняется до сотни километров меньше, чем за 5 секунд. И это еще не все. Как вам гибрид катамарана и гоночного автомобиля? Он оборудован двумя мощными двигателями и может разогнаться до невероятной скорости. Мотоциклы
Машины созданы специально, чтобы служить людям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что автомобиль заваривает чай своему хозяину и его друзьям. А на что способна ваша машина? Поделитесь в комментариях. Пока вы мечтаете о машине, которая не останется на дороге незамеченной, этот парень собственноручно сделал такой автомобиль. Благодаря своему гусеничному ходу, этот транспорт затмит любую иномарку. Казалось бы, что оттуда нереально выбраться, но только не для такого профи. Еще секунда, и машина бы перевернулась на крышу, но у водителя все было под контролем. Еще один умелец, который не ищет легких путей. Думаю, за новые таланты нужно благодарить карантин, сидение дома, много свободного времени и скуку. Да что ж такое, одни герои вокруг. Вот вам Зора в компанию. Опять же, за все спасибо свободному времени и большому количеству запасов дома. Вау, впечатляет такая прогулка по горной реке. Но тут не хватает только надписи, чтобы не пытались повторить в домашних условиях. На грани реального. Лично я не понимаю, как ребятам удалось создать такую динамику, что до конца непонятно, это на самом деле или все дело в графике. Грациозно и эффектно. Надеюсь, она научилась этому не благодаря тому, что в детстве ее выбросили за борт, чтобы научить плавать. Ну что, двигаемся дальше? А теперь немного находчивости от грузчиков на рабочем месте. Водитель оказался рисковым парнем. Мог же и без зарплаты остаться, если бы что-то пошло не так и ящики упали. Неплохая разминка у балерин. Теперь как-то неловко и говорит, что в спортзале сложно. И да, интересно, а на бег она будет переходить? Вот это я понимаю, жизнь в кайф. Бабуля жжет и заставляет всех вокруг завидовать. И это мы еще не видели, как она с подружками отрывается. Крутой способ, чтобы направить избыток энергии в нужное направление. И родители отдохнут, и пацан при деле. Может, новый чемпион растет? Здесь вот прямо очевидно, у кого из боксеров в детстве тоже был тренажер из прошлого видео. Результат, как говорится, налицо, а точнее мимо. Хочешь выиграть в конкурсе на масленицу? Начинай тренироваться еще летом. Этот парень точно заберет все главные призы на празднике. К технике вопросов нет. Тут все четко, метко и безупречно. Меня интересует одно, что сподвигло его именно на такую комбинацию? Познакомьтесь, Робин Гуд современности. Попасть в каплю – это очень круто. Но теперь пора переходить на новый уровень. Тренировка под дождем. Голосую за то, чтобы его пригласил Олимпийский комитет. Дать ему еще одно кольцо, и такого живого символа у них еще не было. Конечно, спичку можно зажечь, просто черкнув ее о коробок. Но этот парень не ищет легких путей. Эта девушка вывела ежедневный уход за собой на совершенно новый уровень. Интересно, она хоть что-то делает без мяча? Этот парень прекрасно обращается с вином, но сам, похоже, не пьет. Как видите, его руки совершенно не трясутся. На таком автомобиле можно выбраться из любой безвыходной ситуации.
Это кажется невероятным, но парень сумел забросить мяч в сетку прямо с вертолета. Без помощи слона у парня никак бы не получилось продемонстрировать этот трюк. У них вышел отличный дуэт. Со стороны казалось, что дойти до дорожки и не упасть уже будет победа для этого мужчины. Но он сумел выбить страйк. Похоже, у этой девушки какое-то особое строение. Ее суставы способны выдержать вращение рук на 360 градусов. Научиться кататься на водных лыжах под силу не каждому. Но этот парень пошел еще дальше. Он катается на лыжах на ходулях. Чем больше транспорт, тем больше колеса. Но их тоже кому-то нужно обслуживать. Этот парень ничем не хуже Скорпиона из Mortal Kombat. Просто невероятно, что кто-то освоил трюки компьютерного персонажа. Не знаю, в чем секрет этой девушки, но ей удалось зависнуть над землей в горизонтальном положении. Скейт выскочил из-под ног у парня и проехал прямо между ног у девушек, проходящих мимо. Этому парню удалось превратить обычную поездку в метро в настоящее шоу. Его попутчики были в восторге. Этот парень управляется с колодой карт так, словно это настоящее холодное оружие. Одним броском он способен разрезать фрукты, и не только. Этот парень одним ударом разрубил пополам сразу 28 пол-литровых бутылок с водой. Красота – страшная сила. Даже на каблуках и в маленьком черном платье эта девушка способна утереть нос любому мужчине. Даже если вы едете на Феррари или Ламборгини, этот парень все равно будет смотреть на вас свысока. Этого парня хотели отпустить в большое плавание, но он обернулся через голову и остался на месте. Тренироваться в зале может каждый, а вот повторить любые упражнения на песке будет гораздо сложнее. Но этот парень прекрасно справляется. Этот парень выпускал воду изо рта почти минуту и таким образом установил новый мировой рекорд. Мне кажется, что если вдруг на конвейере закончится бутыля, то в ход пойдет все, что попадется под руку. Эту машину уже не остановить. Кто бы мог подумать, что литье ограды может быть таким завораживающим зрелищем? Командная работа – это сила. Ну, какая такая работа может смутить парней, даже не знаю.
Эта девчонка клеила пленку на авто еще до того, как это стало мейнстримом. Она знает все лайфхаки об этом тренде. И как она нарисовала такой идеальный полукруг рукой? Может, вся сила в зеленых волосах? На это можно смотреть вечно. Как она плавно, легко и грациозно передвигается на коньках. Ради таких девушек и идут в спорт. Это вам не костюмы игр в кальмаров, тут надо было заморочиться. Интересно, а считается мухляжом, когда ты играешь в паре с котом, и он тебе подыгрывает? Или наоборот, это мужчина ассистирует хвостатому? Всегда приятно увидеть на дороге такого красивого участника движения. Чтобы вы понимали всю крутость девушки, высота планки 35 сантиметров. И она сложилась на роликах, чтобы проехать и не задеть ее. Я думаю, сейчас многие захотели узнать, на каком пляже тренируется девушка. Ну или чтобы их потренировали. Он посыпает блюдо практически не глядя и не испачкав ничего вокруг. Высший пилотаж в кулинарии. Даже когда уже все изобретено, всегда найдется желающий заново пройти путь создания летающего аппарата. Прямо очень залипательное видео, даже забывая, что все движения выполняют люди, а не компьютерная графика. Так должен действовать самый эффективный работник. К чему это нерациональная трата времени и сил, когда можно аккумулировать свои навыки? Видимо, с детства девочке не разрешали брать лодку, чтобы покататься, поэтому она выкручивалась как могла. Неплохо у нее получилось в итоге, правда? Перед нами гуру баланса и креатива. Все здорово, только теперь мне интересно, как называется эта конструкция велосипеда. Кто-то просто объедет вертикальный холм, а кому-то подняться задним ходом под практически прямым углом – ерунда. Трой Джеймс имеет настолько гибкое тело, что сложно поверить в то, что он обычный человек из плоти и крови. Однажды он пришел на талант-шоу и покорил весь мир. Благодаря этому невероятному навыку он снялся в нескольких фильмах ужасов и сериалах в жанре научной фантастики. К 23 годам Алекс Хональд практически объездил весь мир в своем доме на колесах. Но не просто любил путешествия, его страстью было покорять горные вершины. Он карабкался без страховки на самые высокие скалы. Но самым большим его достижением является его восхождение на гору Эль-Капитан. Самый большой в мире гранитный монолит почти километровой высоты. Друзья-бодибилдеры называют Джулию Винс Барби. У девушки и правда кукольное лицо. Но вот ее фигура больше напоминает тело Терминатора. Благодаря своей неординарной внешности, в которой девичья нежность сочетается с мужской силой, девушка стала очень популярной в социальных сетях. Певец Маткила сумел так натренировать свои руки, что теперь все называют его «человек-антигравитация». Он и правда вытворяет такое, что создается впечатление, будто законы физики на него не действуют. Сложно поверить, что его мышцы не стали, и что все, на что он способен, стало возможно исключительно благодаря изнурительным тренировкам.
Ариса Келли – самая меткая лучница в мире. Она стреляет из любого положения и всегда попадает точно в цель. Один из самых сложных ее трюков – это стрельба ногами. Для девушки это вовсе не проблема. Наталья Китаева – многократная чемпионка России и Европы по воркауту. Невозможно остаться равнодушным, глядя на ее тренировки. Кажется, что ее тело абсолютно невесомо, и она просто порхает в воздухе. Наталья часто занимается на улице, удивляя прохожих своими невероятными навыками. Стефани Коэн называют «женщиной-киборгом». Ее тело и правда способно выдержать просто нечеловеческие нагрузки. А посмотрите на ее ноги. Они в точности, как у киборга. Солдатов китайской армии многие считают сверхлюдьми. Но на самом деле у них нет никаких сверхспособностей. Их возможности – это результат невероятно жесткой системы тренировок. В китайской армии закаляют не только тело, но и дух. Самое главное качество солдата – это даже не сила, а выносливость. Эти ребята выдерживают настолько суровые тренировки, что порой возникает сомнение, а они точно простые смертные. Раньше считалось, что самые сильные пальцы у монахов Шаолиня, но при желании каждый может тренироваться по их системе. Смотрите, чему научился этот мужчина. Техника, которая помогает сделать пальцы рук невероятно мощными, называется алмазный палец. Раньше ею владели только мастера кунг-фу. Но сегодня секрет сложнейших тренировок раскрыт. Теперь люди из разных уголков земного шара демонстрируют практически сверхъестественную силу пальцев. Однако далеко не каждый способен овладеть этому искусству. Для этого требуется слишком много выдержки и терпения.